Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows Полезные Советы, и сегодня мы с вами поговорим о хитрых приложениях, которые расходуют нашу батарею, а именно, как вы знаете, у нас в смартфоне есть настройка экономия батареи, да, ну там режим энергосбережения и так далее. Так вот, есть приложения, которые непосредственно берут и просто-напросто, вот когда у нас вот этот режим энергосбережения включен, просто его игнорируют. Хотя если зайти в настройки этих приложений, то показывается, что как будто бы они его не игнорируют и все нормально, то есть они там добавлены, так сказать, не в исключение. Ну, в общем, другими словами, разработчики, как обычно, хитрят, дают, так сказать, права приложениям, которых у них быть не должно, и, соответственно, эти приложения полностью игнорируют какую-либо оптимизацию батареи, включена у вас стандартная экономия батареи, или вы как-то это делали сторонними приложениями, и в фоне, так сказать, работают и полностью расходуют батарею. Поэтому случаются такие моменты, что вы смотрите, у вас включена экономия батареи на самом деле, а по факту получается, что батарея расходуется также. Конечно же, чтобы попасть в меню, в котором мы сможем все это дело настроить и отключить, просто так у нас, как обычно, не получится. И для этого нам понадобится приложение, которое называется Activity Launcher. Я думаю, многие мои подписчики уже знают его, мы неоднократно его использовали, но если вдруг вы первый раз на нашем канале и смотрите это видео, ссылочка на это приложение будет в описании под видео. Ссылочка будет на Play Market, я думаю, не составит никакого труда взять, скачать его и установить, и запустить. Сразу скажу, что приложение запускается у всех по-разному. Ну, то есть это довольно-таки сложное приложение, и у кого-то оно может быстро загрузиться, у кого-то медленно. Поэтому, если у вас грузится медленно, если у вас не очень мощный смартфон, не переживайте, просто дождитесь окончания вот этой загрузки. Итак, приложение у нас загружено. Что нужно сделать теперь? Мы нажимаем на поиск непосредственно на самом верху лупа, я думаю, всем это видно. И сейчас мы будем искать вот эту вот скрытую настройку, которая называется... Так, давайте напишем батарея. Так, нет, немножко не так. Давайте напишем, чтобы точно найти. Вот, смотрите. Игнорировать оптимизацию батареи. Можете, в принципе, написать не бата, а, например, игнорировать оптимизацию. Игнорировать оптимизацию батареи. Переходим. И вот, ребят, смотрите. Вроде бы у нас, когда мы вот включен режим энергосбережения, и смотрите, сколько приложений у нас игнорируют оптимизацию батареи. И сколько здесь всякого хлама, которое, так сказать, просто-напросто не нужен, но при этом он игнорирует, соответственно, оптимизацию батареи. И, как я уже сказал, режим энергосбережения включен, но при этом непосредственно батарея садится так же, как и раньше. Итак, я советую вам пройтись подробно по этому списку, как и сейчас сделаю я. Вот, соответственно. И все, что нужно отключить, точнее, все, что не нужно отключить, а все, что нужно оставить. Потому что, как бы, ну, у каждого будет этот список свой, у каждого свои приоритеты, каждый по-своему пользуется смартфоном. Поэтому, соответственно, я не могу конкретно сказать, что вам выключить, а что оставить. Но я пройдусь по своему списку, и я думаю, вы, собственно говоря, поймете принцип и сделаете уже для себя. Но, в принципе, как я и сказал, я уверен, каждый для себя понимает, что можно отключить, а что можно оставить. Итак, смотрите, первое у нас это HVLBC Service. Это какие-то сервисы Huawei, поэтому отключать их ни в коем случае не будем. Это, я уверен, важные сервисы. Так, далее у нас непосредственно Google сервисы Framework. Ну, я уверен, что их тоже отключать не надо. Почему? Да просто потому, что хотя бы как бы это сервисы Google. Google Duo. Я не пользуюсь им и вообще не использую. Зачем оно? Зачем? То есть, видите, оно игнорирует оптимизацию. Отключаем. Дальше App Gallery. Я думаю, многие с ним сталкивались. Это тот же Play Market, только на Huawei. Как бы у меня на Play Market есть сервисы Google, есть на Play Market, на смартфоне у меня есть Play Market, есть сервисы Google, поэтому App Gallery можно полностью отключить. Электронная почта. Ребят, смотрите, тоже отключаем. Скажу почему. Потому что это электронная почта не той, которой вы пользуетесь, например, там Яндекс, Mail и так далее. Это электронная почта, вшитая в ваш смартфон. То есть туда надо дополнительно заходить, дополнительно
записывать адрес электронной почты, и только тогда она будет работать. Поэтому смело ее точно отключайте. Я уверен, вы тоже ей не пользуетесь. Ну, 100%. Сторонние приложения, как я сказал, там Mail.ru или чем вы пользуетесь, Google почта не пострадают. Это я вам гарантирую. Так, ну, ком, Huawei, ты тоже не трогаем. Это какой-то системный процесс. Сервисы Google, естественно, не трогаем, потому что они все-таки важны. Пускай все работает нормально, стабильно. Ребят, обновление системы тоже, резервное копирование тоже. Вот кошелек, абсолютно ненужная функция. Как видели, я ее сейчас отключил. Камеру оставляем. Ну и, как теперь видите, висит фишечка, называется здоровье. Ну, соответственно, это встроенная функция по мониторингу здоровья от Huawei, я и не пользуюсь. Нажимаем запретить и окей. Запись экрана, ну, сами понимаете, я довольно часто записываю видео, поэтому, собственно говоря, это приложение должно игнорировать батарею, потому что я им стабильно пользуюсь. Ну вот, собственно говоря, мы с вами и прошлись непосредственно по всему этому списку, все отключили, и вы вот заметите, сколько мы приложений отключили. Я, конечно, не считал, но, по-моему, я думаю, порядка 4-5 приложений точно отключили. И вот смотрите, вот теперь если мы выключим и заново включим режим энергосбережения, оно должно нам пересчитать, что батарею оно будет держать значительно дольше. Ну, потому что вы понимаете, что до этого у нас там было 5 лишних приложений, которые абсолютно нам были не нужны. Ну, то есть, зачем они работали в фоне и использовали батарею по полной, когда им нужно. И мы же не знаем, когда конкретно они, в какой момент и насколько используют. Хотя мы поставили статус экономия батареи. После такой настройки я уверен, что ваш смартфон будет держать дольше. Сядьте, проработайте этот список и поймите, что вам нужно, а что нет. И отключите, собственно говоря, ненужные приложения от батареи, чтобы они больше ее так сильно не разряжали. Также хотел вам посоветовать наш сайт, ссылочка на который в описании под видео. Там куча полезной информации. Заходите, смотрите, читайте, ознакомливайтесь. И, конечно же, вы можете стать спонсором нашего канала. Кнопочка тоже снизу под видео. Все спонсорские уровни там описаны, поэтому заходите, почитайте и выбирайте подходящий для себя.